Вишнева стоит у нас меж лесов, на берегу безымянного озера. Буквально в километре под горой у нас течет река Ишим. За огородами вот выходишь и сразу попадаешь в лес. Мы находимся сейчас на западно-сибирской возвышенности. Это как раз получается край Плиты. И существует такая легенда, что это берег моря, что мы с вами сейчас стоим на берегу древнего моря. Вечером открывается тут такой простор, звездное небо, красота. В гражданскую войну тут кипели страсти. Колчак отступал в наших местах, и Красная армия во главе Рокоссовского преследовала его. Здесь даже вдоль горы есть бойницы, окапывались солдаты, остались вот эти вот еще ямочки с тех времен. Наши леса богаты животными. У нас есть и лоси, и косули, и лисы, и зайчики, и рысь иногда встречается. Есть в наших местах даже есть медведи. Также много у нас птиц разных. Прилетают певчие птицы. Есть наше озеро безымянное. Там тоже много перелетных птиц. И лебеди, и пеликаны жили. Туристы, которые посетят наши места, я думаю, что им будет здесь не скучно. Здесь очень много мест, где можно отдохнуть. И вдоль горы, и на речке, и на озере. Также можно, лес наш богат дарами разными, и грибы, и ягоды. И просто погулять, очень красивые места. Очень много разных певчих птиц. Весной здесь поют соловьи. Просто мы сами выходим вечерами, слушаем соловьев, записываем их, фотографируем. Лучше нашего вот края нету. Здесь все прекрасно, все красиво.